Всем привет! Я сейчас греюсь в термальном бассейне в пятизвездочном отеле Гранус в Анкаре в Турции. И вот мне нравится, как здесь все организовано. Во-первых, термальная вода очень горячая, 43 градуса. И во-вторых, вот как вы видите, сюда не пускают без шапочек. Это не как в Карловых Варах. Воду разбавят термальную обычной, и вы сидите, думая, что вы находитесь в 100% термальной воде. Я уже говорил об этом, да, что в Карловых Варах в 99% отелях термальную воду в ваннах разбавляют пресной водой. Здесь так не делают. И зачем одевать шапочки, чтобы не было, как в Карловых Варах, вы сидите там в бассейне, и на дне там волосня плавает или еще что-то. То есть обязательно контролер стоит. Если вы будете заходить в термальный бассейн без шапочки, вам просто запретят. Грамотно все организовано. Приезжайте в Турцию, отдыхайте, проходите лечение.